В Новый год мечты сбываются. Так произошло и у трех юных барнаульцев. Свои пожелания они оставили на сайте всероссийской акции «Елка желаний». Их исполнил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Всем Богом. Вот. Ну и не забывай про то, что надо учиться. Надо учиться, чтобы дома маме помогать. Миша Дмитриев учится в 5 классе. Уже полгода занимается баскетболом в спортивной школе «Сибирь». Поэтому выбор новогоднего подарка был очевиден – профессиональные кроссовки. Обычные, у них есть там недостатки, которые там, может быть, подошва твердая, может, там они могут где-то подорваны. А вот профессиональные, там они могут быть, там подошва мягкая, там все-все есть. Сказали, что будет губернатор сам дарить подарок. Он работает президентом Алтайского края. Мише Спирину 6 лет, и он еще ходит в садик, но в будущем мечтает стать рок-звездой. В Новый год мальчик загадал получить электрогитару. Когда я увидел в мультике «И с Машей медведь», там была Маша с электрогитарой, и я тоже захотел потом. Я буду все петь музыки. У меня нету в семье музыкантов, я только один самый в семье музыкант. А Дима Кошелев ни разу не катался на поезде, так что его главной мечтой было иметь собственную железную дорогу. Я очень сильно рад, что мне подарили такой огромный подарок и такую большую железную дорогу. Благотворительная акция «Елка желаний» в Алтайском крае проводится уже 5 лет. За это время в региональном правительстве исполнили больше 300 детских желаний. Елена Самарина, Антон Еноткин. Новости.